сейчас немножко такая мини-версия ее. Вот. Мы сейчас работаем именно, как нам сказали, над техническими заданиями для как раз сессии, которая будет зимой. Вот. Поэтому это что-то новый опыт для меня такой. И я даже рада, что попала именно на вот такую сессию, потому что это новое. Здесь мы уже чувствуем себя настоящими профессионалами, понимаем, как нам в будущем предстоит использовать наши знания. Это большая возможность пообщаться именно с профессионалами дела. Тема очень интересная, но в любом случае общественное пространство — это место, где люди, можно сказать, сливаются с функциями города, и это вот точки в городе, где жизнь кипит, бурлит, и это что-то не транзитное, а что-то, где люди останавливаются, и что-то там происходит, какая-то жизнь. И поэтому это очень интересно. Мне нравится тема, она действительно актуальна. Да, я как студент могу сказать, что у нас сейчас с города есть отток, грубо говоря, мозгов. После окончания университета, что, ну, население уезжает, и это плохо для развития города, и нам важно работать над этим. Я очень надеюсь, что нам все-таки удастся вернуть международную повестку и статус, и масштабироваться и дальше. Мы начнем его масштабировать и пилотировать на территории Сибири, и дальше наша цель уже, можно сказать, амбиции трансформировать этот проект уникального открытого университета на страны СНГ и далее на страны Азии.